Всем привет из Еревана, в не очень такого красивого места среди гаражей. В начале видео хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на мой канал, оставляет свои комментарии, ставит лайки. А новых зрителей призываю подписаться на мой канал и точно так же проявлять активность. Ну, какие у нас новости, давайте я вам расскажу. Ну, во-первых, у нас потеплело. В Ереване на улице до 12 градусов, и по прогнозу сказали, что февраль будет аномально теплым. Ну, надеюсь, что это будет так, потому как обычно февраль не очень приятный месяц, и начало марта тоже такое, так скажем, не айс. Если он будет теплым, учитывая, что последние два месяца было очень холодно, некомфортно, сыро, то сейчас погода очень радует. Но я вам скажу честно, что меня сейчас не особо ничего не радует, потому как у меня целую неделю уже мигрень, я вообще впервые в жизни с таким сталкиваюсь. У меня целыми днями это болит голова, и настолько меня это выматывает, что я вообще уже ничего не хочу делать, только лежать и не вставать. Ну, поскольку у меня семья, я не могу себе позволить такой роскоши. И, к счастью, семья меня заставляет шевелиться, так скажем, наличие семьи. Вот. Еще из новостей, значит, у нас было землетрясение на прошлой неделе. Причем так хорошо тряхнуло. Вот сколько я здесь живу, второй раз я почувствовала землетрясение. Первый раз это было в 2011 году. И вот несколько дней назад. Эпицентр был возле Сивана, там до 7 баллов было, а в Ереване было 3-4 балла. Кто живет на верхних этажах, говорят, там вообще знатно трясло. Но мы живем на нижних этажах, поэтому я была в спальне, на кровати лежала, читала. Меня так нехило подбросило. Я подумала, что, скорее всего, это опять мое головокружение. Но потом посмотрела на люстру. У нас на ней висит колокольчик такой глиняный. И его тоже мотало во все стороны. В общем, я поняла, что это не мое головокружение, а землетрясение было. В общем, неприятно чувство, такое ощущение, но, слава богу, все кончилось благополучно. Вот такие дела. Ладно, я сейчас... А, еще же мне пришли посылки. И из Америки, и из Валберис, где находятся подарки на предстоящие праздники. Ну, я их вам не покажу, потому что у вас документов нет. Нет, конечно, не из-за документов, а потому что, чтобы не увидели мои подарки, в общем, те, кому они предназначаются. Вот, поэтому покажу во влогах уже в праздники. Сейчас я иду в Ереван-сити за продуктами. Ну и оставайтесь со мной. Как только сходит снег, очень быстро трава поднимается. Вот видите, здесь вот на газонах прямо уже все тут и клевера пошли, и не знаю, как это, пырей, да, эта трава называется. В общем, у нас уже скоро все зазеленеет, проталинки. Сейчас, наверное, где-то уже в южных лесах, ну, где тепло, там всюники, например, уже, наверное, цветы вовсю распустились, вот эти вот крокусы, которые здесь продают весной, такие розовенькие или желтые, очень красивые. Я всегда покупаю первые эти весенние цветы, что душу радует. Учитывая, что у нас открыли границы, уже появляются туристы здесь в городе, я больше чем уверена, что в мае на праздники здесь будет опять полный город туристов, особенно из России. Вот, так что все опять эти туристические места будет, скорее всего, давка. Мы их успели посетить в эту пандемию. В общем, свободно было и хорошо. Но если, допустим, приедет моя подруга из Тюмени, Светик, давай приезжай, короче говоря. Мы тебя ждем. Я с удовольствием еще раз съезжу в ТТФ, хоть это и далеко, но... Вот где бы мы здесь не были за все эти годы, ничего красивее, чем природа Татева, я, честно говоря, не видела в Армении. Что я так посмотрела, так свет некрасиво падал в предыдущем кадре с тенью на лице.
Тем более, что мы были в Татыве в конце лета, в конце августа. Допустим, если туда поехать в мае, когда цветут сады, кто смотрел мой влог из Татева, вы, наверное, помните, что когда там выходишь из кабинки канатной дороги, там огроменный фруктовый сад находится. Там простирается, в общем, куда глаза глядят, как говорится, на таком расстоянии. Вот. И весной, когда все это будет цвести и пахнуть, я думаю, там картина, конечно, незабываемая. А кто не смотрел мое это видео из Татева, я оставлю внизу ссылочку, пожалуйста, посмотрите. Купила себе спазмолгонный анальгин, но это, честно говоря, мне плохо помогает, буквально на 2 часа хватает, и все, снова начинается. Блин, ну и телегу я выбрала, вообще не едет. Сейчас охранник докопался, думала, маску скажет надевать, а он говорит, если не так, говорит, оса. Я говорю, это тубус. Тубус сдать, ну, говорит, не надо. А что спрашивал тогда? Так, Кристине я в основном покупаю вот СЮЗ, но что-то я здесь вот для поврежденных только бальзам есть. А что взять для неповрежденных? Интересно знать. Вот столько вот стоит СЮЗ, мицеллярный шампунь. А это что? Ослепительное сияние. Давайте сияние возьмем, что ли. Так, Армина и себе я вот такой покупаю. Ну, мужчинам вообще все равно, каким шампунем быть, поэтому я им отдельно не покупаю. Импортные по 1350. Я не люблю импортные яблоки, я возьму местных, вот тех вот зелененьких и вот эти вот айдориты. Этих тоже любят. По 450 айдорит. Зелененькие, по-моему, тоже. Сорт хурмы, он самый вкусный, но она должна быть спелая. Я не знаю, как они ее хранили, но она не зрелая, она будет вязать. Она должна быть прям вот мягкая, прозрачная, тогда она внутри очень сладкая. Это, скорее всего, будет вязать. И вообще я предпочитаю не хурму, а королек. Ну, королек это то же самое, что и хурма, да, с того же дерева, просто это то, что не из неопыленных цветков завязывается. Оно имеет внутри коричневую такую мякоть, и оно всегда сладкое. Возьму немножечко. 1430 стоит за килограмм. Ну, это дорого, я вам скажу. Это же местные фрукты. Огурцы отвратительные на вид, но на вкус они ничего, тем более, что мы их, в принципе, не едим, я их кладу детям в хот-доги. Сейчас вообще несъедобные, как трава. Возьму, наверное, немножко вот этих, кто они, черри. Они хотя бы какой-то вкус имеют. Цена на живую рыбу зависит от магазина. Среднюю я подпишу внизу. В Ереван-Сити пекут вот такой вот шотопури. Я взяла там горячий, пышет теперь из моей этой корзины. Еще возьму булки для хот-догов. В общем, я вам дома не буду показывать, что я купила, потому что, в принципе, вот я сейчас вам показываю, что я взяла. Ничего другого я не возьму. Или вот еще возьму для детей кексики. Вчерашние. Ну, ничего страшного, это тоже местное производство, Ереван-Сити, они пекут, режут и продают на развес.
Они вкусные, эти бисквиты, много заготовок вот таких вот. Они уже выпечены, вот этот основа под пиццу, например, вот разных фирм есть. Вот аджарские хачапури, но я не люблю, они невкусные, вам честно скажу. Вот такая вот есть, потоньше, потолще. Так, что тут еще есть? Вот такие вот есть, это питы. Написано лагмаджо. Вот это хлеб для лагмаджо. Ну, это баранины вот так вот мажут. Это, по-моему, иранское или сирийское блюдо. Вот такие маленькие есть для пиццы заготовки. В общем, когда лень, можно купить и сделать. Ну, кстати, вот такие ньокки есть, картофельные итальянские. Они недорого стоят, 1250. Я как-то раз покупала. Ничего себе так были. Кстати, а это у меня Готу любит. Я такую не на фабричную возьму в индивидуальной упаковке. 1790 за килограмм стоит. Сейчас несколько штук возьму, пусть ест. Какая-то лук-серия. Лукерия. А я вот муравейники обожаю. Слушайте, это моя слабость. Но не буду брать. Вроде как уже хватит обжираться. Праздники закончились, надо худеть. А вот эти вот печеньки, я не знаю почему, называются ваганы. Дети тоже любят, но я в прошлый раз их покупала, поэтому другое что-то возьму. Вообще ваган — это имя армянское. Кстати, вот эти вот знаменитые панды армянские, да, от Гранд Кэньон. А их вообще есть? У нас с подругой такая история с ними была смешная. Мы, как видим, ржем все время. В общем, у них есть несколько вариантов, да. Это классические панды, есть вот такие мишки. Они, по-моему, с горьким шоколадом. Есть зайцы с арахисом. Есть вот такие смешарики, там внутри что-то какой-то крем типа сгущенки. И вот в этом году вот такие вот с белым кремом бычки. Бички. Они на развес тоже продаются, есть вот такие вот в подарочном варианте. Все, по традиции беру детям макук и иду рассчитываться в кассу. Все мои покупки вышли на 29 тысяч драмов, это около 60 долларов. Забрала свой пуховичок из химчистки. За 3 дня мне ее почистили. Стоило это все дело 2800. Это около 5,5 долларов. Все круто. Остался пушистый, что на нем было написано, что его нельзя стирать только сухой чисткой. Поэтому я его отнесла в химчистку. Я начала вязать свою повязку на голову. Вяжу я на 21 петлю английской резинкой. Извиняюсь за свой ноготь, я прищемила палец месяца полтора назад, и он у меня никак не восстановится, из-за этого я ни маникюр, ничего не могу сделать. Так, смотрите, кто не знает, что такое английская резинка, да? Изнанку, когда мы провязываем, как обычно, а лицевую провязываем не вот в эту петлю, как которую мы обычно провязываем, а в нижнюю петлю. И тогда получается вот такая вот широкая резинка, которая для повязки идеальна. Сейчас провяжу, наверное, сантиметров 50, мне хватит, померяю потом. И потом буду зашивать тоже таким необычным способом, покажу вам, чтобы получилась такая витая серединка, не знаю, как это сказать. Так, вот я связала, значит, повязку. Сейчас мне ее нужно вот так вот друг к другу придвинуть. Господи, что это? Потом делаем вот так. Пополам и вставляем одно в другое. Это моя иголочка. И в общем, сейчас нужно все вот это вот выровнять, чтобы было ровненько. И вот так вот сшить. Так, вот я зашила. Сейчас нам нужно вывернуть это на лицевую сторону. Кристина чихнула. И получается вот такая вот картинка в виде узелка перекрещенного. В общем, вот такая у меня получилась повязочка. Связала ее за 2 часа. И что было ходить искать в магазинах, спрашивается. И на этом я буду с вами прощаться. Все, кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, удачи, до новых встреч, пока!